Ну что, Лавр выехал сегодня. Сегодня было открытие. Вот, сегодня, так сказать, открыл сезон. Шучу. В общем, просто бернаун сделал. Вот, хочу сейчас прокатиться на нем, посмотреть, как себя поведет мотор. И вообще посмотреть, что из этого выйдет. Открыл все окна, потому что в салоне уже не воняет. Но воняло жестко резиной. Сука, какая она жесткая. Вот, сейчас воткнулась. Нахер, блядь. Хорошо, надо, короче, с ней еще бороться. Ну, блядь, он что-то вообще греет, он патрубки все горячие. Ну-ка, этот нижний тоже горячий, ну такой теплый. Гур на месте, гур прокачивался хорошо. И почему она глохнет, блядь? Или подсос воздуха, или что это? Сегодня мне нужно сделать несколько вещей. Первое, поменять патрубок, потому что он тут треснул. Ну, не течет еще, ну, по всяком случае, это не круто. Так. Потом, мне нужно подключить вот этот вентилятор, просто на кнопку какую-нибудь вывести и все. Это второе. Возможно, вот эту щетку сделать. Как обычно, забыл включить камеру, хотя висела на башке. В общем, сейчас скинул патрубок, там подразлил, короче. Ну что, патрубок новый стоит. Я его специально брал такой, который идет чуть с изгибом. И вот он, получается, изгиб идет немножко. Как раз тут залом был за того, что патрубок прямой был. Он под склон должен был быть. Ну и, короче, такая херня. В общем, проводов стало немножко больше. Но это, я думаю, временный вариант. По кнопочку. Я ее, ну, просто никак не смог засунуть более прям в упор туда, потому что я не хочу прям сильно колхозить там. В итоге она вроде как крепко стоит, пусть так торчит. Часть вентилятор работает. Часть не работает. Сейчас упрешься. Да куда его брось? Благодарю. Да это выхлоп, блядь. Да нет, за не, выхлоп это пахнет. Я про то, что ты цепляется. Не, с машины. Да это вот вонючка. Японская. Не-не, я сзади нахуй. Что, нормально? Оборота не достанут? Не-не. Блядь, ебаный экипаж. Где экипаж? Мусора? Где сейчас будет? Там мусора, что ли, или что-то? Не, КамАЗ. Ебать, он отсвечивает, я просто вахует от этого асфальта. Да, я не хочу. Я хочу, конечно, проверить, но, блядь, что-то как-то опасно. Могу чуть набрать, конечно, подержать двумя руками, попробовать. Держать двумя руками? Вот это ебаная хуйня. Вот, смотри, я разгоняюсь. До сотки ебани. Не надо. Ну, до сотки я не буду. Видишь, что я все болтаю. Вот, видишь? Я же говорю, она отлетела, блядь. Вот что это могло быть? Почему-то колеса болтают, блядь. Поджипники ступичные. Так я... Ну-ка.
такой? Ну-ка, стой. Непонятно, так не поймешь. Фак, мазафак. Корейская резина — это вещь. Это вещь. Анархия, блин. А в салоне мне собак нет. Паша анархист, нахуй. Я ж говорю, корейская резина крутая. Вот так, друзья, мы балуемся, да? Ну да. Четко все. Что, какой вердикт-то по тачке? Мотор вроде крутит пока что. Подвески. Корейская резина вывозит. Да. Ну там вроде еще это. Там еще нормально? Да конечно, там дохерачит протектор. Ой, горячий. Она, видишь, шипы он это выдирает, блядь, асфальт. Я поэтому во дворе больше не хочу делать. И так асфальт уже не осталось. Купил Лаурель, все, на коленях полз. Смотри на этот, не вставай. Масло с редуктора бежит прям. Да. Что, прям капает? Да. На пол? На пол по редуктору прям. Смотри, капля такая стекает. Да, еще и пар с него херачит. А, труба прислоняется. Паша, где-нибудь сгоришь нахуй. Почему сгоришь? Выхлоп. Хотя я прикалываюсь. Что это за звук, блядь? Как блок. Температура в конце. Температура-то лезет. Стреляла, помнишь? А, стрельнул в конце? Паша, ау. Температура-то лезет. Так, а я включил вентилятор, он дует до сих пор. Я его не выключал. На самом деле, мне кажется, пизди стрелка. Я тогда нагрел мотор, блядь, он так нормально. Температура была, в принципе. Ну, может быть, лучше пускай охлаждается. Ну да, он меня вот крутит вентилятор до сих пор. Заебись, кнопку убил. Ну? Он пустой. Это он сам сейчас. Заглох, все заглохло. Да. Ну, вот, все сам. И заметь, когда нагревается машина. Да, когда нагревается именно. А губ нормальный? Пока нормально. Ну, это вентилятор дует. Ну, эй, надо кушать его. Кипит. Думаешь? Кипит. Сейчас перегреем мотор, потом ты что будешь делать? Знаешь, сейчас вентилятор надо включить. Вентилятор включить. Вообще пусто, наверное. Автоматически включается, да? Там еще и печка на максимум работает. Ну, собственно, вчера то, что мы говорили с мотором, ничего это пока не выявило и не дало, естественно. Сегодня новый день, сегодня я решил посмотреть по подвеске кое-что. То, что где течет масло. И самое главное, сейчас ездить на сход-развал. Поеду на холодную, поскольку мотор вроде как должен будет нормально себя повести. Не знаю, вообще посмотрим. Туда надо проехать? Ебать. Как-то не нужно, короче. А, кстати, те самые сгоревшие гаражи, если кто помнит с моих видосов. Те, кто не из Алихарда, естественно, я имею в виду. Же мы там возводить начали. Ну как бы по краю, может быть, как-то и проползет еще, блядь. Прям по краю, но здесь меня может тащить. Я застряну. Что здесь тащит? Да, я точно не проеду. И вон у меня тачка, видишь, стоит здесь.
ты не проехал. Видите, тачка стоит вон возле магазина, блядь. О, блядь, она-то, ну, низкая. Конечно, блядь, я пошел, все думал рискнуть, не знаю, бампер скинуть, не скинуть. Думаю, да нет, что-то я боюсь, сейчас как сяду и пиздец. Она так-то, она, если сядет, то только на лонжи и на выхлоп, все, а так в целом это. Ну, да. Я боюсь, я просто могу конкретно засесть тут. Короче, у нас кот развал не попал, естественно, как вы понимаете. Ничего, как это все, каша это уйдет, туда и поеду, думаю, ближе к лету. Ну. В общем, Коля не смог сделать сход развал, буду поднимать тачку. Мне нужно смотреть редуктор, коробку, все остальное. Что там течет, не течет. То, что планировал. Ай, блин, зараза. Обидно так, хотел сход развал сделать. Ладно. Поднял я тачку, но я не снимал спереди. Поднял, вроде проверил, ступицы целые, все нормально. Ничего не люфтит. Везде все там пощупал, подергал, вроде все целое. Единственное, нашел только на рулевой колонке у меня. Ой, на рулевой рейке. У меня вот с этой стороны, с левой, у меня пыльник порван. Там вроде масла ничего не бежит. Не знаю, в общем, пыльник порванный и все. Потом в коробке, то что на коробке, там у меня пробка была сливная. Пробка сливная была раскручена. Ну как, чуть-чуть расслаблена там, оттуда текло немножко, капало. Но я и подтянул, в принципе. Сначала думал, что шестигранник надо поставить, ну там оказывается ключ на другой. Но все-таки все нашел, все поставил, все подтянул. Мотор, ну у него поддон, весь мотор внизу мокрый. В принципе, чего и следовало ожидать. Ну и редуктор сейчас поднял. Ты вообще трэш, я покажу вам. Смотрим. Вот пробка сливная. Я начал ее подтягивать, она, естественно, жестко и плотно зажата. Но масло откуда-то капает, как вы можете наблюдать, чет. Вот. Надо его искать везде. С той стороны смотреть, хвостовик сухой. Все сухое, он где-то отсюда прет, сзаду. Начал смотреть, присмотрелся, думаю, где заливает его. Начал вверх смотреть и увидел просто пипец. Смотрим. Смотрите. Видите? Вот я сейчас колеса буду поворачивать. Вот. Да сюда, смотри. Видите? Редуктор пробитый. Какого хрена там дыра это делает вообще? Откуда она? Кто ее сделал? Зачем ее сделал? Что за бред, блядь? Нахера это было делать? Что самое интересное, вот этот привод еще более-менее закручен. Вот этот привод, смотрите. Кайф, да? Ну, вообще откручен, блядь. Этот привод вроде как, этот закручен. Ну, это пиздец. Дурдом просто вообще. Ну, в общем, все сделал. Все работает. Думаю, на этом можно закончить. Поэтому спасибо, что смотрите, ставите лайки, подписывайтесь. Пока.